Эдуард. Здравствуйте. Здравствуйте, я Эдуард Юргенсон. Мне 16 лет. Я из города Енисейска, Красноярского края. Я в прошлой игре выбыл на первом вопросе. Проиграл, то есть. Ну, вот темы. Сейчас у меня текст с темами. Ну, физика, золотой вопрос, история. Наука, Титаник, чудеса света. Я выбираю тему чудеса света. Чудеса света выбрал Эдуард. Эдуард Юрьевич задает первый вопрос. Где находится известный мавзолей Тадж-Махал? А. Франция, Б. Индия, С. Австралия, Д. Германия. Вы смеетесь такие легкие вопросы задавать? Вы смеетесь? Какой-то подвох. Это... Я чувствую подвох. Я, честно говоря, тоже чувствую, но на самом деле подвоха нет, потому что это Индия, и это всем известный факт. Я фиксирую. Но, блин, Тадж-Махал это известный... Вы смеетесь такие легкие вопросы задавать? Вы издеваетесь над мастерами, которые ломают голову и пытаются тут включать мозг, и вы задаете откровенный легкий вопрос, да? Ладно. Просто откровенный вопрос. Ну, это самый легкий вопрос вечера. Ну, всем пока, всем до свидания. Goodbye, то есть. Мне даже сказать ничего. Мне тоже абсолютно ничего. Не будет нечего. Ну что, Эдуард кладет на игру прибор и 25 рублей в карман. Так вот.